Обязательно, да, Ярослав, включи, пожалуйста, запись. Вижу, что запись идет. Ну что, дорогие друзья, вы хотели еще один продукт, жилищный продукт? Вот о нем сегодня и поговорим. Это самый что ни на есть жилищный продукт. Так как я уже сказала, сегодня хочу презентовать вам новое направление в нашей компании, да. И направление это не просто недвижимость, а зарубежная недвижимость. Не просто так мы с командой, да, все это время провели в Турции на турецком побережье. Вы, наверное, сами догадываетесь, кто смотрел, следит за мной в Инстаграм потихонечку, я раскрываю эту тему, да. Турция с момента проведения школы президента, с момента проведения нашей яркой, запоминающейся, просто была очень крутая школа президента, мне самой очень понравилась, просто не отпускает. Одна интеграция за другой. Вот. Я буквально вчера прилетела с Турции, с Алании очень быстро, очень легко, буквально с рюкзачком, в шерстяной кофточке. Вот я уже в Москве и уже вещаю здесь перед вами на вебинаре. И сразу же после вебинара поеду в московский офис, в офис нашей московской команды. Начать первыми работу по этому направлению вместе с этой командой. Итак, что же такое 11 Homes? Так названа компания. Да, это отдельное. Я буду рассказывать очень подробно и быстро, да, чтобы вы могли пересмотреть и как можно больше информации усвоили, потому что так как направление новое, хочется очень много всего рассказать. Значит, это российская компания, зарегистрирована на территории Российской Федерации, да, которая аккредитована и работает как агентство недвижимости с резидентами и нерезидентами страны, то есть с иностранными государствами, в том числе вот вернулись как раз с Турции, заключили огромное множество договоров с турецкими застройщиками. Вот, значит, назвали мы ее не случайно 11 Homes, компания, которая входит в группу компаний CityGo. Почему 11? Значит, идеология такая, мысль такая, что переключите, пожалуйста, сразу третий слайд, не второй, а третий, следующий. Купи себе, порекомендуй другу, да. Поскольку это первое в России агентство недвижимости, развивающееся по принципу сетевого маркетинга, по принципу рекомендаций, да, здесь срабатывает принцип 1 плюс 1 равно 11. 1 плюс 1 у нас не равно 2, у нас 1 плюс 1 равно 11. Теперь предыдущий слайд, второй. Поскольку мы создали такую возможность, что купив недвижимость себе, и порекомендовав другому, да, вокруг очень быстро разрастется большое благодарное комьюнити не из двух домов, не из двух квартир, а уже из 11. Сейчас немного, наверное, говорю загадками, но чуть попозже вам все станет понятно, когда вы увидите наш прекрасный маркетинг. Итак, давайте я пару слов буквально расскажу о том, почему пришла такая идея в голову, да, откуда это все, почему именно я этим занимаюсь. Вообще рынок недвижимости, кто в нем разбирается и кто не разбирается, да, вы, наверное, замечали, что он практически никогда не стоит. Редко бывают моменты, когда рынок недвижимости, значит, стоит, в основном он всегда растет, когда-то быстрее, когда-то медленнее, да, но это стабильно развивающийся, медленно растущий, так скажем, рынок. Вот, в последние годы, в прошлом году вообще был просто феноменальный рост цен на недвижимость, допустим, в Сочи, да, кто наблюдает, кто в курсе. То же самое сейчас происходит на рынке турецкого побережья, а именно в городе Алания, да, поскольку очень много российских семей, людей просто эмигрируют, перебираются на это побережье, благоприятное для работы, для проживания круглый год. И также повышение цен на турецком побережье связано с ростом цен на стройматериалы. Да, и ну, об этом мы поговорим чуть попозже. И значит, это очень благоприятный рынок для того, чтобы на нем как заработать, так и приобрести именно сейчас выгодно это жилье. На рынке зарубежной недвижимости я работаю уже с 2009 года. Значит, я работала в найме в компании «Евроберег». Да. В Москве я руководила филиалом по продаже зарубежной недвижимости. Мы продавали Арабские Эмираты, Болгарию, Испанию. Да. Очень много сделок у меня было по Болгарии. Я эту работу просто обожала. Сейчас объясню, почему.
Вы знаете, вообще, вот эти командировки, благодарные клиенты, клиент, купивший себе выгодно качественное жилье, он всегда будет тебе благодарен. Естественно, гонорары, да, от сделок, эти выставки, эти красивые, крутые жилые комплексы классные, это постоянное обучение. То есть я эту работу просто обожала. И сейчас я буду даже раскрывать в цифрах, да, заработки. С каждой сделки я получала по 2% за сделку. При этом я выполняла полный цикл сделки от, значит, поиска клиентов до подбора недвижимости, да, до проведения сделки и так далее. Но показами я не занималась, поскольку недвижимость зарубежная, я отправляла клиента, значит, в ту страну, в которой он приобретал. Вот. Значит, далее я с удовольствием занималась этой работой, да, и она приносила мне огромное удовольствие. И сейчас у наших партнеров на тарифе Тим появляется также возможность стать агентом по работе с зарубежной недвижимостью, да. Об этом расскажу чуть попозже, что это значит. И вы знаете, вот это тот продукт, который я сама с удовольствием бы купила. Я с удовольствием на сегодняшний день заплатила бы и 300 тысяч рублей, и 500 тысяч рублей за золотой тим, для того, чтобы у меня была возможность работать в тех условиях, которые наша компания сейчас создала для будущих агентов, чтобы работать с той базой недвижимости, да, в той инфраструктуре, созданной нашей компанией, чтобы иметь возможность работать с этим продуктом и получать, внимание, не 2%, а целых 3% за рекомендацию. Но об этом чуть позже, это уже маркетинг. Значит, поэтому это как раз-таки тот продукт, который я бы купила с удовольствием сама. Так, слайды пошли, да? Ну давайте чуть по миссии. Миссия компании перекликается с миссией компании CityGo, да, улучшение качества жизни, и в данном случае путем улучшения жилищных условий. Вы знаете, действительно, многие люди даже не предполагают и даже не задумываются о том, что можно купить недвижимость за рубежом, на побережье моря, да, о том, что это может быть доступно, о том, что это может быть легко и просто, и о том, какие возможности для них открываются. Поэтому как раз-таки миссия наших агентов, да, на первой встрече раскрыть людям эту идею, вообще посеять в их сознании эту идею, что это несложно, это доступно, и многие даже не подозревают, что они могут себе это позволить, да. И очень шикарные условия покупки, да, от 35% первоначальный взнос, далее очень доступная, легко получаемая ипотека, либо беспроцентная рассрочка, ипотека от 4%, значит, в год. Представьте себе, 4% в год. Получить ее можно там буквально по одному-двум документам. Все это настолько доступно, настолько легко. Вот. Очень много хочется рассказать. Сейчас на этом не будем заострять внимание, да. Главные принципы работы — это надежность, это качество, и это мы приобретаем выгодно. На слайде можете прочесть немного расшифровку, да. Вот, с 2010 года я вообще, тема недвижимости, она меня не отпускает с 2009 года, да, и по сей день. И многие из вас, наверное, знают, что я работала в правительстве Москвы на госслужбе, да, но я особо не раскрывала ту сферу, в которой я работала. Ну, работала, да, чиновником. Чем я занималась? Вот сейчас я чуть подробнее расскажу. Значит, я занималась вопросами градостроительной земельной комиссии в Москве. Что это за комиссия? Вообще все строительство в Москве, все, что строилось не за бюджет, да, а вот все постройки, значит, социальные, жилье, торговые центры, да, офисные центры, в общем, все, что строили девелоперы, застройщики, все, что не за бюджет, все стекалось на эту градостроительную земельную комиссию, да, поскольку когда Сергей Собянин, мэр Москвы, пришел, значит, так скажем, на свой пост мэра, да, немного поменялось законодательство, и для получения разрешения на строительство, значит, нужен был документ очень важный, это градостроительный план земельного участка. Вот, и чтобы получить этот документ, значит, была создана
Градостроительно-земельная комиссия, чтобы пересмотреть вообще все строящиеся объекты, да, некая такая фильтрация была, чтобы пересмотреть все строящиеся объекты в Москве, вот, и все эти там более 2000 объектов, они выстроились в огромную очередь для рассмотрения на этой градостроительно-земельной комиссии. Как раз-таки я занималась этой градостроительно-земельной комиссией, и все эти объекты стекались кому? К Индире Абдуллиной, которая их внимательно изучала, да, вот, и, в общем-то, рассматривала каждый обед. Мне кажется, я тот один из тех немногих мамонтов с того времени, с 2010 года, да, который знает абсолютно каждый объект, всю его историю, подоплеку, вот, все его параметры, высотности, да, и так далее. Вот, у кого там фундамент, извиняюсь, затоплен, у кого там трещина в фундаменте, у кого еще что. Вот, поэтому все это стекалось ко мне, и, значит, для того, чтобы, в общем, все объекты, которые тогда строились, они все проходили через меня. Вот, это была очень такая сложная, кропотливая работа, но я настолько благодарна тем временам, поскольку я разобралась в этом вопросе просто, наверное, как никто иной, вот, изучила, естественно, абсолютно всех застройщиков в городе Москве, да, которые строили на тот момент, продолжают строить сейчас, и поэтому о качестве застройки, о надежности застройщиков, да, я знаю чуть-чуть больше, чем любой, так скажем, рядовой гражданин города Москвы, вот, и после того, как, значит, я ушла в свободное плавание, в свой бизнес, я не перестала заниматься недвижимостью, я, наоборот, начала инвестировать в объекты недвижимости, да, и могу сказать, что человек, когда в этом разбирается, либо когда есть те люди, которые помогают, да, разобраться, где выгодно, где надежно, где время приобрести, тогда можно, так скажем, обрастись таким пулом недвижимости жилой и коммерческой, да, и, так скажем, вкладывать свои деньги, приумножать и сохранять и так далее. Вы сами видите, что творится на рынке, вообще и на фондовом рынке, как люди теряют, вот, кто-то, кто разбирается, где-то приумножает. Мне вот всегда удавалось, благодаря моим знаниям, как раз-таки сохранять, да, и приумножать именно на рынке недвижимости. И сейчас я очень, знаете, очень рада тем, что могу, пришла такая идея, все ее поддержали, что могу поделиться своим опытом и знаниями для того, чтобы мы уже могли это сформировать в качественные продукты. Мы это сделали. У нас работает сильная команда на территории Турции. Неспроста мы начали с Турции, потому что именно турецкий рынок сейчас очень-очень динамичный, да. Вот, поэтому перелесните, пожалуйста, по поводу выгодно, качественно, надежно. Я думаю, что я вас убедила, да, имея такой опыт в этом плане, здесь работать некачественно, невыгодно, просто мне не то, что совесть не позволит, а просто по-другому не умеем, как говорится, да. Вот, давайте поговорим немного о Турции. Что же мы делали в Турции и почему именно Турция? О, дорогие друзья, просто такие шикарные жилые комплексы, вы знаете, даже рассказывать вам об этих комплексах, наверное, смысла нет, потому что пока мы с вами здесь беседуем, да, многие квартиры, так скажем, продаются, и многие новые жилые комплексы запускаются. А благодаря вот этому климату теплому, эти страны, такие страны, как Турция, они очень быстро строят, срок застройки, он сокращается, да, то есть если в Москве и в России жилой комплекс строится от 3 до 5 лет, да, из-за того, что у нас погодные условия не позволяют, из-за того, что у нас долгая длинная зима, в которую невозможно строить, котлованы рыть и так далее, да, то в Турции срок строительства – это год-полтора, максимум полтора. И представляете, как за полтора года вы можете инвестировать даже на этапе, на нулевом цикле, на этапе котлована, и через полтора года уже ваша квартира будет уже готовая, с бассейнами, с хамамами, где-то даже с мебелью. Вот, поэтому и
за счет того, что и срок строительства, он такой короткий, и инвестиции окупаются очень быстро. А все-таки Турция – это именно рынок, так скажем, благоприятный и для инвестиций в том числе, и для жизни, и для инвестиций, и для сохранения, и для приумножения. Важны ваши опыты и советы. Да, благодарю. Не смотрела чат, вот. Отвлеклась. Да, вообще, значит, мы заключили огромное множество договоров с самыми крупными, самыми надежными застройщиками Турции, да, от Анталии до Алании. Между ними еще есть Белек, да, тоже там есть очень классные, крутые виллы. Белек, где мы с вами были на школе президента, это больше туристическое место, да, а именно Анталия – это крупнейший город, да, и Алания – это те города, в которых можно полноценно жить и в зимнее время года. Там, где есть школы, садики, больницы и вся необходимая инфраструктура для жизни, да. Да, собственно, почему выгодно, почему стоит приобрести недвижимость в Турции? Естественно, цены, да, значит, двухкомнатные квартиры начинаются от 40 тысяч евро и выше, ну, 40-50. Значит, прямые рейсы, я вчера долетела за 5000 рублей. Татьяна Шишкалова у нас умудрялась долететь за 1000 рублей прямым рейсом. Действительно, авиакомпания «Победа». У них прямые рейсы от 3000 рублей. Представляете, это как из Казани слетать в Москву. Значит, нет необходимости оформлять визу. Есть возможность оформить ВНЖ, оформить паспорт, да. Образование, детский сад на трех языках, английский, русский, турецкий. Значит, вашего ребенка на автобусе приезжают, забирают, как в американских школах. На автобусе привозят. Все это за доступные деньги, да. Питание, значит, настолько все это доступно, все свежее, без ГМО. 365 дней в году – это прекрасный климат. Вот сейчас вот в декабре там то в футболочках, то там, когда похолодает, в кофточках. Ну ладно, вечером уж в курточках ходим, да, но и то там очень-очень благоприятно, да. Очень много на самом деле моментов таких, которые, так скажем, выступает за то, чтобы именно приобрести именно там недвижимость, да, шопинг, конечно же, и растущий, выгодно растущий рынок, да, действительно, 90%, это то, о чем я вам говорю, пока я вам буду рассказывать про жилой комплекс, сейчас там уже квартир 10-15 распродадут, очень быстро все распродается, очень динамичный рынок, следующий слайд, пожалуйста. Рома, очень красивую презентацию сделал, шикарную просто. Да, это вот те апартаменты, в которых мы прям ходили, да, везде все сами инспектировали инспекции, да, и сами инспектировали и на этапе строительства, и смотрели, какая отделка. В основном все уже сдается с готовыми, со сантехника, двери, даже кухня, где-то встроенная бытовая техника, где-то даже с мебелью. На самом деле мебель там, кто следит за моим инстаграм, видел, мы заходили с Ириной Даниловой в магазины мебельные. Все это стоит очень доступно, там за условно 4000 евро можно обставить двухкомнатную квартиру. Диваны, кровати, шкафы и так далее. Это очень доступные деньги и красивая, хорошая, качественная мебель. Пассивный доход, естественно, от сдачи в аренду недвижимости. Этим заниматься будете не вы, а управляющая компания. Да? Следующий слайд, пожалуйста. Так, вот, совместно с нашим агентом. Давайте потихонечку тогда мы перейдем к нашему маркетинг-плану и к принципу работы, да, который мы, значит, который мы, так скажем, изобрели в хорошем смысле слова, да. Вообще, на самом деле, я думаю, что и вы знаете таких людей. Мне известно, да, что многие продают недвижимость в Турции, мы сейчас говорим именно по Турции, да, вот, за комиссию от застройщиков. Но мы пошли дальше, и мы решили, что этой комиссией можно делиться, да, и на этом строить команды, и на этом очень хорошо зарабатывать. Значит, принцип работы такой. Весь спектр услуг по подбору,
по показу, по проведению сделки и после, значит, обслуживания после сделки, так скажем, да, это, этим всем занимается наша команда на территории Турции. Задача агента на... Задача агента, значит, партнера, да, на тарифе ТИМ, агентом может стать любой желающий на тарифе ТИМ, это провести первую встречу, это порекомендовать, да, вообще посеять эту мысль у человека, у клиента о том, что можно приобрести недвижимость. Я не рекомендую, я впоследствии буду давать, значит, обучение, я не рекомендую заниматься подбором недвижимости, да, показывать какие-то объекты конкретные, да, на что-то ориентировать, потому что очень быстро рынок меняется. Достаточно просто посеять в нем это желание и отправить человека на просмотр. Кто-то может покупать дистанционно. Такие сделки очень частые, когда человек видит, когда человек уверен в вас, уверен в компании, дистанционно уже сегодня-завтра вносит залог и покупает недвижимость. Вот, если он не покупает дистанционно, тогда задача просто отправить человека в офис к нам в Турцию, да, и все, и после, по результату сделки, вы получите свои гарантированные 3% от сделки. Давайте посчитаем. Условно, если там двух-трехкомнатная квартира в классном комплексе, допустим, округлим, да, за 100 тысяч евро будет приобретена недвижимость вашим клиентам, то по итогу сделки 3% – это 3000 евро. Давайте умножим, это около 250 тысяч рублей. По-моему, это очень круто. Круто. Хочу увидеть вашу реакцию. Напомню, что не каждый риэлтор, а точнее риэлторы, столько не получают. Те, которые бегают по объектам, которым отказывают, которым говорят, да-да, мы подумаем, мы вам перезвоним, да, которые еще носятся по выставкам с этими каталогами, пишут отчеты, класс, да. 3% от сделки, вы представляете, за рекомендацию. На самом деле это огромные деньги. Для... как раз, ну, для рынка недвижимости, для сферы, для риэлторской, если кто-то здесь есть из бывших или действующих риэлторов, вам подтвердят, что 3% за сделку, это действительно шикарно. Но мы пошли дальше, да, для того, чтобы у вас был интерес, для того, чтобы у вас был интерес строить на этом продукте команду, чтобы у вас был интерес иметь в команде 10 таких агентов, да, и получать пассивный доход. Значит, у нас маркетинг двухлинейный, получается, рекомендатель получает 3%, да, и тот человек, кто пригласил рекомендателя, он получает со сделки агента 1%. На самом деле это тоже очень круто. Представьте ситуацию, что вы построили команду из 10 агентов, да, и вы получаете гарантированно по 1% от их сделок. Классно. Отлично, очень круто. Да, это действительно очень круто. Представляете, я думаю, что многие из вас знают историю Татьяны Шишкаловой, которая как раз-таки попала в компанию, да, именно находясь на территории Турции, да, узнала о возможности франшизы, и Татьяна как раз-таки занималась тем, что организовывала туры и занималась продажей недвижимости на территории Турции. За лето у Татьяны проходило по 40 сделок, представляете, 40 квартир за лето. Вот. Теперь можно взять калькулятор, посидеть, поумножать. Если бы эти сделки были ваши личные, если бы ваши 10 агентов каждый совершил по 40 сделок, представляете? Да, это еще один, действительно, Ирина Данилова, ты правильно пишешь, действительно, это еще один очень крутой способ заработка. Я как бывший риэлтор могу оценить это предложение на 100%. Вот, мы непременно будем приглашать ваши команды действующих риэлторов, а риэлторы, они приходят не одни, они приходят со своей клиентской базой, да? Вот. Крутой способ заработка, очень крутой способ расширения вашей первой линии, да, а чем шире ваша первая линия, тем надежнее ваш бизнес, тем прочнее он стоит на ножках, да, вот, поэтому действительно это очень круто, это очень классное предложение.
Мы пошли дальше, мы разработали систему, значит, авторского тура. Она называется «Авторский тур». Презентация уже есть, здесь мы показывать не будем, поскольку она разработана для мобильных. Это мобильная версия, да, для того, чтобы вы кидали эту презентацию своим клиентам, своим партнерам, да, значит, в мобильный и в телефон. Это авторский тур. Вы можете приглашать своих клиентов, своих знакомых в тур от 5 до 7 дней, да, в авторский тур значит, по покупке недвижимости в Турцию. Будет он стоить 50 тысяч рублей. Да. Первая дата уже проведения тура, набор на 4 января, да, чтобы в эти праздники, значит, не сидеть и не думать, чем же заняться. Как раз можно отправлять клиентов уже, значит, своих ваших знакомых, родственников, и сами можете ехать в тур по покупке недвижимости. Первый тур, напомню, 4 января. Естественно, это будут просмотры, показы объектов недвижимости, да, знакомство с турецким рынком недвижимости. Вообще знакомство с культурой, да, это будут классные места, такие тематические, да, рестораны, массажи, какие-то традиционные такие моменты, шопинг, да, вот, социальные объекты. В общем, все то, чтобы небольшой обзор того, чтобы человек понял, что действительно здесь стоит приобрести недвижимость, почему каждый определит для себя, кто-то увидит в этом, значит, выгодное вложение, да, как инвестиции, кто-то захочет переехать или приезжать и так далее. Вот. Да, Татьяна пишет, ребята, это место силы, так здорово здесь жить круглый год. Это действительно так, это действительно так. Неспроста многие российские семьи просто сейчас туда перебираются. Перебираются в огромном количестве. Зарабатывай вместе, купи себе, порекомендуй другу. Вот, и именно поэтому наша компания называется Eleven Homes. 1 плюс 1 – 11. У нас 1 плюс 1 не 2, у нас 1 плюс 1 – 11. Надеюсь, вы теперь поняли, почему. Вот здесь краткое описание маркетинг-плана. 3% получает дистрибьютор за сделку. 1% получает линейный бонус «Первая линия». И ваш клиент, да, ваш партнер, значит, который купит после сделки, естественно, нужно будет зарегистрировать его на тариф Smart, чтобы он был членом нашей экосистемы, да, и он получает приветственные 3000 CL. Вот, собственно, вы знаете, это как раз, я вообще про недвижимость могу говорить до утра, могу говорить вечно, настолько я люблю работать с этим продуктом, да, потому что вот я сама всегда работала, люблю работать через риэлторов, да, через человека, который, допустим, когда я приобретала вот и коммерческую недвижимость в Казани, да, вот немногие, наверное, знают, что я занималась и арендным бизнесом, да, и продолжаю заниматься. И почему через надежное агентство, почему через надежного риэлтора, значит, быстрее и проще и выгоднее, поскольку он в этом разбирается, он в этом профессионал, он проверит всю документацию и так далее. Он будет отвечать за чистоту сделки, у него своя клиентская база, если надо что-то быстро продать. Вот, собственно, поэтому таким профессионалом теперь будем выступать мы и наращивать нашу экосистему благодарными клиентами, да, благодарными. А человек, купивший недвижимость, это всегда благодарный человек. Он будет жить в этой недвижимости, да, в этой квартире и благодарить вас за то, что вы ему помогли. Но так работает психология покупателя. По крайней мере, так работает у меня в голове. Я думаю, что кто из вас приобретал у застройщика квартиру, да, если нет никаких там моментов браков или еще что-то, да, то вы благодарны застройщикам, вы благодарны риэлторам за то, что однажды вам помогли улучшить качество своей жизни, качество жилищных условий. Мы как раз-таки будем с вами заниматься тем, что улучшать качество жилищных условий у населения. Территория продаж. Значит, смотрите, на сегодняшний день мы уже работаем на территории Москвы и Московской области, да, планируем выходить на Санкт-Петербург и Ленобласть, на территории Казани, естественно, Сочи, да, Краснодар, Краснодарский край, в Турции мы уже работаем. В ближайшее время мы планируем запустить Болгарию,
значит, Абхазию, так как это рядом с Сочи, там тоже сейчас очень привлекательные земли, есть очень привлекательные жилые комплексы. Значит, Болгарию я сказала, Арабские Эмираты, Майами. Что еще? Испания очень выгодно, не очень, так скажем, но выгоднее там Франции и других европейских стран, да. Вот, поэтому территорию продаж мы будем постепенно расширять. Вот, я вас всех нас поздравляю с тем, что мы запустили эту компанию, мы запустили это направление. Я думаю, что в скором времени нас начнут копировать, но мы запустили первое в России MLM направление, компанию, агентство недвижимости по работе с российской и зарубежной недвижимостью. Поэтому я вас всех поздравляю. У меня на этом все. Я могу вещать до утра, рассказывать, да, про хамамы, про спортзалы, про бассейны и про все эти чудеса, которые во всех жилых комплексах. Это инфраструктура, которая она есть, она будет, и это все бесплатно. Вот. Значит, я сейчас время сколько? 13:30. Сейчас поеду в московский офис работать с московской командой, и мы будем делать уже первые звонки. Мы будем уже ставить первое обучение. Я уже с нетерпением уже хочу набрать первую группу желающих, да, по обучению, как продавать, как выявлять потребности клиента, как звонить, как предлагать, как отвечать на вопросы, да. Это все прям столько меня прям вот это все внутри будоражит. Это то любимое дело, которым я занималась, занимаюсь и буду заниматься с удовольствием. Поделюсь с вами, поэтому я очень рада, что теперь жилищное направление у нас в полной мере раскрыто, так скажем, да, продукт есть, продукт шикарный, продукт надежнейший, да, и давайте с ним работать. Работать мы научимся вместе. Все, всем, всех благодарю, почитаю потом ваши комментарии. И всем отличного рабочего дня, отличного настроения. Благодарю за внимание. Отключаюсь.